Пенс. И сегодня мы порисуем на доске. И я открою вам секрет, что мелки, которые пишут на асфальте, могут писать и на бумаге. Не восковые, а кстати. И я рисую снежинку. По камере надо в ту штучку прицелиться, чтобы нарисовать хороший рисунок. А сейчас поступать на любимый цвет. Мятный. Скоро они закончатся, я буду. Ой. Что? Стоп. Не поняла, то что точно такой же цвет. Нет. Надо было этим снежинкой рисовать. Ну ладно, будет у меня прежняя снежинка. Руки у тебя все в белках. Так, где тут у меня была губка поблизости? Хоть она и не намоченная, все равно хорошо стирает. Одежда. И внимательно всем смотреть. Ё-моё. Вот так. Ой. Вот так. Объемная книга животные, где они живут, что и что, как где называются. И Варя, смотрите. Классно, да? Плавает рыбка, плавает рыбка, по воде сиськи, море и горы. Вот их здесь нету. Вот тут такая вот картинка. Ну, да. А вот здесь уже есть. Черепушка, черепушка. Ну, книга. По моему поводу идеально. Я про эту книгу уже снимала. Если что, посмотрите под ним видео. Ссылку оставлю в описании. Всем пока-пока, до скорых встреч, ставьте лайки и подписывайтесь. И при том, что не забывайте, что у меня будет новое видео. С переделкой маски. Будем там рисунки делать, а что-то потом надевать можно станет. Если хотите, доберите 170-150 миллион подписчиков и лайков, подписок и колокольчиков, то выйдет это видео.
А также всем пока-пока и до скорых встреч. Ставьте лайки и подписывайтесь. И на колокольчик вот тут. Прямо тут нажать. И пока-пока. Встретимся в следующем видео.